Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетум или же Александр, и мы вместе с вами продолжаем прохождение игры под названием Swarms, которая понравилась всем, и это просто офигенно, обожаю, когда так происходит. Ну а если кто видит ее впервые, я расскажу, что здесь. У нас есть ребенок, ну или тряпка, которую нужно защитить. От кого? От 35 тысяч зомби. Здесь и здесь. Если в прошлом уровне их было много, то тут это настоящий океан мертвецов. Посмотрите в их голодные лица. Они все хотят откусить кусочек от тряпки. Ну или от ребенка, неважно. В общем, давайте готовить оборону. Хотя, еще с конца прошлой серии некоторые мысли у меня на этот счет есть. Давайте попробуем сделать так. Мы возьмем несколько бойцов ближнего боя. И из них сделаем маленькую-маленькую стену вокруг ребенка. Таким вот образом. Так-с. Потом мы повернем немного вот сюда. И надеюсь, у меня останется немного денег на бойцов дальнего боя. Ой, что-то не то я сделал. Так-с. Вот это другое дело. И теперь вот так. Хорошо, огромная стена из панков. Джонни Бонасера стопудово... А, это не панки? Это просто девушки с гитарами? Я уже хотел сказать, что Джонни Бонасера бы оценил. Ну, а в этот квадрат мы поместим огромное-огромное множество стрелков. Ну, например, женщин с пистолетами или чуваков с снайперками. Насколько хорошо они стреляют, я не знаю, поэтому давайте каждую сторону дадим по одного снайпера. Сюда даже я бы дал двух. И сюда двух. Ладно, и сюда тоже двух. Далее нам потребуются, наверное, ребята с винтовками. Текс. Сюда и сюда. Даже можно так. Блин, денег у меня много. Я бы даже вот так поместил нескольких, потому что... Ну, я не знаю, будут ли справа эти зомби или нет. Там вроде как их нету, поэтому... Но они же будут окружать, да? Будут окружать наших бойцов. Поэтому помещу все-таки еще одного. РПГ здесь не потребуется. На оставшиеся деньги я просто наставлю пистолетов. Очень много пистолетов. Такс. Они всегда показывают себя самым отличным образом. Не знаю, сработает эта тактика или нет. Мне кажется, что да. Деньги заканчиваются. Тут слишком много. Так, точнее мало. Вот так и вот так. Все, ладно. Пора сражаться. Да, я готов к битве. Давайте посмотрим, к чему она приведет. Вроде бы линию обороны я выстроил неплохую. Просочиться зомби явно не смогут. Поэтому, ну я, в общем-то, спокоен. Оба-на! Снайперы уже начали стрелять. Ну, чё-то как-то, наверное, лучше поставить больше ребят... Ой-ой-ой-ой-ой! Ха-ха! Наверное, лучше поставить больше ребят с пистолетами. Это будет поэффективнее. Потому что снайперы всё-таки стреляют поначалу далеко, но когда зомби уже приближаются, какой в этом смысл, я не понимаю. Ладно. Ох, пистолетчики явно не смогут сдержать натиск. Будем рассчитывать... На дам с гитарами, они как бы очень крутые. Хотя, смотрите-ка, останавливаем. Зомби нападают не целой волной, а по чуть-чуть. Сначала бегут зеки, и с ними никаких проблем вообще нету. Здесь тоже вырываются центральные зомби, эти идут слишком медленно. Но они идут целой толпой. Если эта толпа прорвется, и тут, и там, ну здесь-то точно нет, потому что, смотрите, очень удобное местоположение. Здесь зомби сбиваются в кучу. И можно запросто их разложить на атомы. Это хорошо. Так, что здесь? Нормально, что тут? Оу, а что перестали стрелять? О, перезаряжала? Ты перезаряжала свой автомат? Зачем ты это делала? А еще странно, что все бойцы здесь девушки. Я не удивлюсь, если ребята со снайперскими винтовками тоже девчата. Ну, наверное, это хорошо. Да, мы должны справиться. Можно было, наверное, даже вместо дальников поставить чисто стрелков, вместо ближников, исключительно стрелков, и таким образом защититься. Но все-таки я решил перестраховаться и наставить несколько гитар. Так, давайте немного ускоримся. Посмотрим, смогут ли вообще зомби дойти до нашего младенца. Играет эпическая музыка, происходят эпические события. Да, зомби вырываются все... Сильнее и сильнее. Скоро произойдет столкновение с ближниками. Но если было бы больше дальников, его бы и не произошло.
В общем, эту стратегию нужно явно взять на вооружение и как-то испытать в дальнейшем, что здесь происходит. А это они так дергаются, мне казалось, что зомби появились оружие какие-то. Было бы не круто. Но я не удивлюсь, если в дальнейшем они появятся. Потому что уровней в игре много, зомби новые появляются постоянно. Они могут подкинуть нам все, что угодно. Так, ну я, мне кажется, или половину зомбарей, ну как сказать. Ха-ха. Убили ли мы половину зомбарей, я не знаю. Ну, тысяч пять явно уже положили. Насчет 10 я говорить не буду, но 5 стопудово да. Ах, жаль, вот здесь стоят стрелки. Блин, прикиньте, столько стрелков, и они, в общем-то, бесполезно стоят и ничего не делают. Хотя автоматчики все-таки взяли себя в руки, да? И начали стрелять время от времени, молодцы. Если бы еще и эти девчата могли перегруппироваться, цены бы им не было, но почему-то они не хотят. Мозгов им не хватает. Не самые умные девушки, но зато очень-очень меткие они. Это да, этого у них не отнимешь. Мастерство не протупишь, не пробьешь. Если бы мы... А чё бы нам не спрятаться было в доме? Вы подумайте только. Нам нужно защитить какого-то младенца. Я, по-моему, предполагаю, что это за младенец. Возможно, из его крови можно сделать сыворотку и спасти человечество. Поэтому его так берегут и защищают любой ценой. Да, ну, я, конечно, все понимаю. Почему бы не зайти в это здание? Забаррикадировать двери как следует. И отстреливаться из окон. Это было бы круто. Но нет, они решили выбрать открытое пространство, и это странно. Вообще, идеально было бы поставить здесь лестницу, забраться на эту трубу, на эту цистерну металлическую, проделать, я не знаю, отверстие внутри, и из нее отстреливаться. Тут нету ни окон, ни дверей, короче, зомби бы никак не смогли в нее попасть. Наверное. Хотя за счет большого количества, может, они смогли бы ее повалить. Ой, здесь уже зомби нету, и здесь зомби нету. Мы справились, друзья, уровень оказался еще проще, чем предыдущие. Да, смотрите, все. Изи, 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 изи. Ребенок сохранен. Я рад, это отлично. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Зомби теперь 39 тысяч. Они здесь, они тут, они там, это безумие. Это, безусловно, большое безумие. Опять мы в центре города. Делайте, как говорится, с этой информацией все, что угодно. И это пипец, ладно. Так, что будем делать? Что будем делать, какую оборону организуем? Можно было бы вокруг этой площади расставить бойцов, но я не думаю, что это эффективно. Хотя, учитывая, что здесь как бы эта церквушка, она явно мешает. Я не смогу одну половину защитить. Ладно, хорошо. Используем чисто дальников. Чисто дальников. Так, сколько стоит один? 860, да? Ну, хорошо, давайте сделаем... А я могу и тут ставить, смотрите-ка, могу. А, не, не могу. Не могу. Так, сначала эту сторону тогда защитим. Так, не получается сюда поставить. Значит, еще одну линию здесь. Не знаю, получается какая-то рундистика, мне кажется, полнейшая. Но денег у меня еще много, я могу наставить целую кучу стрелков. Целую кучу стрелков. Безусловно, огромное количество стрелков. Такс. Давай сюда. А деньги все не заканчиваются. Ну, нормальная оборона. Так, надо немного вот так поставить хотя бы, да? Чтобы в начальные минуты, секунды они отстреливали бойцов слева. Хотя каких бойцов? Зомбарей. Там же тоже будет нападение. Ладно, получилась у нас вот такая живая импровизированная стена. Чем это закончится, я не знаю. Я думаю, что нас прорвут. Слишком уж много зомби, и, скорее всего, появились новые. Да, появились новые зомби-клоуны. Что бы это ни значило, они уже идут на нас.
Также. Что еще есть? Здесь новые зомби-пожарные. И они супербыстрые. Это да. Ой-ой-ой. Как они близко приближаются. Но пистолеты... Пистолеты знают свое дело. Что у нас тут? А, зомби-клоуны, да? Зомби-клоуны, зомби-пожарные с различных сторон на нас решили напасть. Хорошо. Их право. Их никто не заставлял. Блин, а я не заметил. Здесь, друзья, был забор, и тоже можно было сделать классную оборону. Но это уже ладно. Во. Смотрите. Здание, оборудованное под убежище. Они его не выбрали. Площадь, площадь. Они выбирают площадь. Гениальные люди. Так, давайте ускоримся, посмотрим, как быстро они будут идти. Больше всего опасений у меня за правую сторону. Я думаю, именно там проблемы основные и будут. Но пока вообще проблем нету. Отстреливаемся довольно неплохо. А, какой вид открывается. Хе-хе. Жесть. Целая куча зомбарей. Выглядит эпично, и мы справляемся. Мы справляемся или не справляемся? Зомби приближаются. Они могут прорваться справа, и тогда будут реальные проблемы. Но пока это всего лишь догадки. Они не прорываются. Приближаются слегка ближе, да, но не прорываются. Ни одна нога еще не ступила на эту площадь, и вряд ли уже вступит. В игре какое правило? Если ты вначале сдержал нападение, то дальше, скорее всего, ничего не изменится. Твоя база выстоит. Хотя вот справа почти наступают. Не, не наступят. Твоя база выстоит. Все. Закрепили успех. Полноценно закрепили успех. Мне даже хочется, чтобы кто-то дошел до площади. Я уже не говорю до моих стрелков. Просто дойдите до площади. Покажите, что вы крутые зомби. Сделайте это. Они как под линеечку ложатся все, смотрите. Как под линеечку. Идеальный расчет из стрелков. Еще и памятник стоит. Причем здесь кубическая графика? Причем здесь этот памятник? Возможно, они так видят своего бога? Таким видят. Было бы забавно на самом-то деле. Очень странно. Очень странно. Ну ладно. И медленно вроде стреляют, но все равно... Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп, здесь зомби разделились на два лагеря и пытаются все-таки зайти. Зайти на территорию людей. А, зашли! Можно выдавать им медали. Хотя, за что медали? С ними сражается всего лишь несколько девушек. Основная масса сдерживает сверху, снизу и справа. Здесь как бы вообще. Они должны были прорваться. Но они не намного дальше ушли, чем другие зомби. Ну и уж вот этих сил мертвецов явно не хватит для того... Куда? Куда камера улетела? Явно не хватит для того, чтобы хоть что-то сделать. Прям 100%. Не хватит. Как ни крути, чтобы они не предпринимали, как бы ни старались, но не хватит слишком мало. Простите, зомби. Я за вас болею. Но слишком мало вас. А даже если бы было и больше... Очень неудобную позицию они выбрали для нападения. Не знаю. И быстро погибают. Им нужны пополнения. Какие-нибудь новые зомби бронированные, в которые нужно сделать несколько выстрелов. Тогда шансы маломальски появятся. А если в замедленном виде посмотреть, то... Да. Действительно, все происходит медленно. Особенно после ускоренного режима. Эх, да. Жаль, что зомби проиграли. Я бы хотел посмотреть на какое-нибудь месиво. Опачки, тут у нас аэропорт. И 45 тысяч зомби практически. Офигеть. Ладно, друзья, на это с вами мы посмотрим уже в следующий раз, что тут за враги. Что они будут делать и как они будут нападать. И какую оборону мы будем выстраивать. Хотя уже план есть для обороны офигенный. Но посмотрим. Большое спасибо за внимание, за просмотр. До новых встреч. Всем удачи. Пока.